приветствую канал AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Homus Front. Как правильно назвать-то? Даже не знаю. Так, подберем. Пойдем. Перед стеной стоят заграждения. Надо убрать их, чтобы наша бомба добралась до цели. Хорошо. Кидаю гранату, ложите! Тихо. За гранатами-то поосторожней. Все-таки я здесь нахожусь. Прикройте меня пока! Ну понял, меня нашли. Кто нашел? Где-то здесь? Готов! Прикройте меня! Джейкобс, ты уберешь заграждение. Я прикрою. А, активирую. Так. Подобрались. Давай уже покончи с ним. Тихо. Тихо. Нажмите и удерживайте. Убери заграждение, пацаны. Так, полдела сделано. Давай еще. Тихо. Мне вломили. Очень быстро вломили. Ничего. Да, все-таки миссия пройдена. Кто по мне стреляет? Мою позицию обстреливают! Прикройте меня! Ну, пусть обстреливают. Меня тоже обстреливают, знаете ли. Отсюда нам не пробраться. Они окопались, нужно обойти их. Обойти. Хорошо, ты сказать, обойти. Я под огнем! Давай, через твой кэтл! Сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто следующий? Почему я должен убивать за тебя? Подожди. А я прикрою. И вылавливаем. Ты то как здесь оказался? Так, ты мне не помогаешь. Опять? Ты мне не указывай. Ай-яй-яй-яй. Да, они отступают. Перезаряжаю, прикройте меня. Да подожди ты. Через дорогу на третьем этаже. Вот он. Вот он был. Кто следующий? Огнемет. Огнемет, гранатомет. Все в меня. Все на меня. Ну так разве не можно со мной поступать? Я что тебе плохого-то сделал? Давай. Вылавливаем. Теперь-то мы знаем, что вот они. Давай. Мою позицию. Я задержу их, а ты иду туда и убери заграждение. Так, поменяем оружие. Так. Да, они отступают. Спокойно, подожди. Стой. Гранатометчик через дорогу, на третьем этаже. Знаем. Вот так. Награждения управляются с той стороны. Отсюда нам подожди. Не пробраться. Я не успел. Интересно, а в приседе смогу так? В присядочку. Мать, опять заново. Да. Давай. Я задержу их, а ты иду туда и убери заграждение. Нормально. Подожди. Подожди, твою позицию обстреливать. Ну и тоже обстреливать. Дави, подожди.
Черт, по мне стреляют! По мне тоже. Так, вот сейчас появился шанс. Заграждения управляются с той стороны. Отсюда нам не пробраться. Нормально. Все. Нет, улица под обстрелом. Так, так. Гранатометчик через дорогу на третьем этаже. Блин. Готов! На третьем этаже. Они окопались, нужно обойти их. Опаньки. Гранатометчик через дорогу на третьем этаже. Где? Граната, бегите! А я не вижу его. Нужно покажется. Я его не вижу. Спокойно. Гранатометчик через дорогу на третьем этаже. То есть, мать, ты как мне достал? А, он в окне, вот почему я его не вижу. Будь вот почему расчищен. Я его не видел. Подорвали. Точку повыше. Пошли. Как только пробьем стену, уедем на этом камере. Коппер, разберись машины. Это кто? Это кто мне? Куда? Откуда стрельнули? Так, новый за... Блин. Да. Да. Вот так. Спокойно. Спокойно. По одному. Не все разом. Не все разом. Кто еще? Через дорогу на третьем этаже. Но все, его уже нету. Заграждения управляются с той стороны. Отсюда нам не пробраться. А может и не пробраться, но я-то смогу. Мою позицию обстреливаю. Еще один справа. Да отойдите. Вы сами мне мешаете, понимаете? Они окопались. Сами нужно хотите, обойти. Чтобы я вам помог. Сами же мне мешаете. Нет, второе заграждение еще не убрали. Подожди. Нет, убрал. Риона, будь полностью расчищен, как наша лошадка. Надеюсь, ты там подзорвешься. Так, а патроны есть, патроны? Надо найти дочку повыше. Пошли. О, газетка. Корея объявляет войну Японии. Читаем на паузе. Как только пробьем стену, уедем на этом камере. Коппер, разберись с машиной. Не надо по лестнице. Клёв почти на месте. У нас всего одна попытка. По моему сигналу. Давай! Вот так. Сработало. Стена пробита. Что значит, сэр? Гляв накрылся. Так, у меня еще сын. Помог нам выбраться из города. А теперь выметаемся отсюда. Все спускаемся вниз. Давай. Парни, вниз, ваш рост встречается в гараже. Войти в бункер. Джейкобс, садись впереди. Окей. Я стрелять буду? Я буду стрелять? Давайте. Я готов. Давай, Хоппер, поехали. Так, что-то я не могу управлять. Влево, вправо. А, вот. Он еще на той стороне. Придется прорваться. Джейкоб, прочисти мне путь. Прочисти. Прочисти, даже видим, куда стрелять. Он еще не держал. О, мы прорвались? Конечно. Куда мы теперь? На пропуск по 50-й бьюту. Нам нужно на первую очередь футболистов за вертолетом. Без него мы не захватим цистерны. Эх, видео не поменять.
размер. Как он сопротивление пытается выйти на связь с ячейками за пределами Монтроза. Что происходит за стеной, понять трудно. Однако наш источник из КНА сообщает, что несколько патрулей пропало, а те, кто вернулся, рассказывают ужасные вещи. После М-удара, когда электричество и сеть перестали существовать, нацию поразило какое-то безумие. Я помню первую зиму. Волну отчаяния, накатившую на страну. Повешен. Когда еды перестало хватать на всех, люди начали драться из-за пищи. Большая часть обитающих за стеной заботится только лишь о том, чтобы выжить самим. Если вы столкнетесь с ними, помните, они непредсказуемы и параноидальны, а многие лишились рассудка. Берегите себя. Это голос свободы. Опять голос свободы. Ну что ж, голос. Я тебя услышал. Хоп, ты жди здесь. Эти ребята не очень-то любят корейцев. Да. А им можно доверять? Это все устроил Бун. Он знал, с кем имеет дело. Идем. Так, так, так. Кто это к нам явился? Коннор, мать твою, Морган. А я слышал, что тебя подвесили за яйца. Пусть только попробуют. И где вертолет? Где? Где Бун? Он мертв. Вот черт. Когда все отменяется... Слушай, козел, даже не думай нас кинуть. Эй, погоди. Выручи меня! Мы же на одной стороне! Значит так, девка и тот со шрамом, который торчит в кустах, остаются у меня, а ты можешь валить, может, ты жив останешься. Мне кажется, ты просчитался. Стреляем! Что, стрелять их не будешь, что ли? Вот они! И что теперь? Так. Мы никуда не уйдем без вертушки! Нам пойдет, если мы вообще уйдем. Где ты? Они американцы, они должны быть на нашей стороне. Нет, да они сейчас. Совсем свихнулись. Они на чьей стороне? Давайте братьев живьем. Что? Перезаряжай. Вот он. Башня. Шаю. Все. Да я его только что выпустил. Только что сделал. Я его сделала. Да, я что, кого сделал? Меняю рожок. Рожок. Раз говорю. Рожок он рожу дал. Рожок. Рок не поменяешь. Зачистить этот сраный дом! Гранатомет на ветряке! Окно на втором этаже! Кто следует? Все. Мне нужна пара! Подожди, подожди. Перезаряжаю! Прикройте меня пока! Прикрою. По мне стреляют! А откуда? Вон они! Все за мной! Джейкобс, к ограде! Сурвивилистов, еще сюда. Сурвивилистов. Еще не хрен выговоришь. А тогда уже не жалей патронов. Так, ты мне что дал? Ой. Идите за мной, только тихо. Понятно. Ты мне пулемет, да, забрал? Каков план? Вертолет они где-то спрятали. Нам надо тайком пробраться в лагерь и угнать его. Они должны знать, что мы здесь. Сомневаюсь. Стрельба в этих краях совершенно обычное дело. Мы не знаем, сколько их, но эти ребята начали готовиться к концу света еще до 2000-го. Они тяжело вооружены и совершенно безумны. Мы должны подобраться к вертолету как можно ближе, прежде чем они нас засекут. Так это что, выживатели. Максимум осторожности. Если нас засекут, нам конец. Вон он висит. Так. Че мне? Кто это стрелял? Наверное, еще один патруль гуков накрыли. Кэп велел никого не подпускать к вертолету. У нас есть вертолет? Ну да, во дворе, за церковью. Ты не видел, что ли? Да я туда и не заглядываю. В лесах корейские снайперы. В жизни больше чепухи не слышал. Вот так вот. Нам рассказали. Где они? Через улицу, бегом! Так, 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 так. Срежем через поле. Скорее, пока он не вернулся. А кто должен возвратиться-то? Всех тише, перебьем. Они не должны заметить вас. Все нормально. Пока что все хорошо. Стоять.
На ветряке снайпер. Он нас засечет, если его не снять. Джейкобс, прицелься как следует и стреляй. У прицела есть приближение, если тебе нужно. До цели 75 ярдов. Не промажь. Так, правой кнопкой нажми. До цели 75 ярдов. Не промажь. Ладно. Как делать-то ближе? Отлично. Все. Не знаю, как делать ближе. Как ты вообще там заметил? А? Кого-то расстреляли, что ли, или что? Стоять, стоять. Стою. Подожди, пускай уйдут. Стою, по ногам. Черт, они же просто играют. Ну, давайте. Нам какая разница-то? Че, завалили? Ну, ты молодец. И что мы теперь будем делать до вечера? Завалили. Это неправильно. Мы не должны убивать просто так. Просто жди, пока они уйдут. Господи, как Бун мог связаться с ними? Не знаю, Роб. И даже знать не хочу. Стой, гад! Бросай оружие, быстро! Нельзя было так, значит. Ну было весело, я думал, можно. Ой, что-то мы далеко. Не знаю, сколько их. Но эти ребята начали готовиться к концу света еще до двух месяцев. Они тяжело вооружены и совершенно безумны. Мы должны подобраться к вертолету как можно ближе, прежде чем они нас засекут. Ё-моё. Так что максимум осторожности. Да все, максимум. Если нас засекут, нам конец. Наверное, еще один патруль гуков накрыли. Кэп велел никого не подпускать к вертолету. У нас есть вертолет? Ну да, во дворе, за церковью. Ты не видел, что ли? Да я туда не заглядываю. В лесах корейские снайперы. В жизни больше чепухи не слышал. Ладно, сейчас до вертолета дойдем, да. Через улицу, бегом! Срежем через поле. А? Скорее, пока он не вернулся! Еще одна винтовка с глушителем валяется. Тише, они не должны заметить вас. Понятненько. Ясненько. Стоять. На ветряке снайпер. Он нас засечет, если его не снять. Джейкобс, прицелься как следует и стреляй. У прицела есть приближение, если тебе нужно. До цели 75 ярдов. Не промажь. Да чего бы? Так. До цели 75 ярдов. Не промажь. А где приближение-то? На какое? Приближение. Отлично. Все, пошли. Не знаю, на какое приближение. Посмотрим потом. А давайте посмотрим сейчас, уж можно посмотреть, как его пристрелят. Подожди, пускай выйдут. Давайте. Они же просто играют с ним. И еще. Отморозки. Ну вот так вот. Ну ты молодец. И что мы теперь будем делать до вечера? Это неправильно. Мы не должны убивать просто так. Просто жди, пока они уйдут. Господи, ну, как Бун мог связаться с ними? Не знаю, Хоп, и даже знать не хочу. Так, ну? Идите к трактору. Все за мной. Давай. Там кто-то что-то крутит и вертит. Стойте тут. Что-то добывают. Давайте все за мной. Пошли. Идем. Теперь тихо. Да я вообще молчу. Чисто, идем. Одни вы только базарите. Сильнее налегайте, дерьмо собачье. Да, если тут... к закату батареи не зарядятся, я с вас шкуру сдеру, твари поганые. А, вон они что. Генератор какой у них. Там больше нету никакого снайпера там.
страховочный номер. Еще гранатомет! Риана, ты берешь того, кто стоит на выходе. Они американцы, Коннор. Я на это не подписывалась. Ты хочешь выбраться отсюда живым или нет? Ага. Бери. Вали его. Опа! Джейкоб, сними его. Ну вот, все. Я его грохнул. Давай. Вот такой я молодец. Быстро все в гараж. Блин. Вот так вот. Будем перебежками между тележками. Ну а как мы улетим, мы увидим в следующей серии.